застройщик в данном случае ведет себя недобросовестно, поскольку дольщик, согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона об участии в долевом строительстве, имеет право не только принимать квартиру, но имеет право приостановить приемку квартиры до момента устранения недостатков, либо уменьшения соразмерного цены объекта недвижимости, либо выплаты денежных средств, которые будут посчитаны этим дольщиком. Таким образом, закон допускает то, что сам дольщик до момента приемки квартиры может составить смету по устранению недостатков. Для этого ему необходимо выявить эти недостатки и обратиться к специалистам по ремонту, которые смогут установить, сколько стоит устранение этих недостатков. Таким образом, ограничение приемки квартиры 20 минутами, оно не соответствует законодательству.